приехал в эргараж. Опася. А вот и бонус из ЕКБ. Короче, привезли такую хуйню. Сейчас буду ее открывать. Какой нахуй подарок, блядь? Все за бабки. Ё-масу. О, уже синеется что-то синее. О, вот это дрын моей мечты. Ёлы-палы. Да, нифига он такого запаковал, еще с хуею его разматывать. В блогере, блядь, не матеряться у нас нахуй. Да, на полку. Да я знаю. Ты хочешь, да, палку раскрыть, я вижу. Сток места суби, вместо обычного ручника. Вид имеет. Нельзя к вам что приварить. Блин, все есть, слышишь? И крепеж. Вообще, мне очень нравится. И выглядит довольно качественно все это дело. Покрашено в кэнди. Куска цвета. Что? Блин, выглядит очень круто. Смотри, да, нажается. Сколько я ждал его? Полгода? Стоило того. Выглядит очень достойно. Будет дрифт, Стас? Будет. Точно? Блять, покрышки улетят. Нет! 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 Там даже номер 001 вон. На двух ШАЭСах. Сегодня в Питере дождь. А еще мы сегодня грузимся на автовозе. Поэтому я сегодня поеду на техничке. На Канже техничке. Заехал тут к парням в Газгейт сервис. Смотрите, какой у них тут чудесная пятнашка. Чисто выставочный вариант. Ребята решили подогреть меня ножками для спойлера, чтобы я не мучился, не врезал. За что им большое спасибо. Приехал в эргараж, полази по говну. Опа! Держи, братан. Держи еще. Держи опять. Опа! Подготовка к выезду полным ходом. Жух. Тойо! Упс, упс. Текс. Обожаю багажник Хонды. Player ain't responding, cause I already dicked her. Plus my Spotify playing the whispers. I'm in my comfy slippers, drinking a mixture of Minute Maid and liquor. And I'll be damned if a bitch interfere. I'm watching Al Jazeera, debit card, chopping up the grams in the mirror. Bitches on my dodge, so I'll tell they gon' ride with me. I get that back shit, keep it close, lip, if you really wanna ride with me. Здорово! Привет. Чё привёз? Чё принёс? Минтик, самый лучший.
Я первое место, помню, на нем выиграл. Не последний раз. Оп! Оп! А там уже резина. Я же готовлюсь по полной. Это сюда, за сидушечки. Это на ту сторону, наверное. Оп. Чё? Надо поменять резину. Все думают, что это мой гараж. Что хочу, то и делаю. А ты будешь моим панином карманным. Ну, в принципе, еще катабельно. А! Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Не мыло, а мидло. Ура! Приехал к пруфу на погрузку. Короче, сливка, как обычно, едет внизу. Владка, братка! Новый формат съемки? Да, борщ-фонарик. Скайчик Максика. Т-890. Очень красивый хамелеоновый 33-й. Здорово. Здрасте. 90-ик, еще 33-й. Что-то 33-й, как грязи в этом году. Супра Т-800. Выдыхай, выдыхай! Ой-ой-ой-ой, ты на зимней резине, брат. Это он дождевой такой, такой дождевой. Дождевой резин. Бля. С горем пополам в темных потемках и уже под дождем загрузились. Я, как обычно, ловлю миллиметры. Три автовоза сегодня и завтра еще один. Перед поездкой в ПТЗ заехал в Эргарах. Тут Максончик намывает нам аккорд. 20-е тапули. Вжух. Приезжайте к Максу на мойку. Пушка-гонка. Подкатили в мастерскую BMW во второе отделение Evil Doctors. Кирилл опять что-то варит. Здорово, братан. Оп, чемоданчик для борща. О, царский подгон на соревнования. Gate World. Все, я погнал. Добро пожаловать в Карелию. Подкатил ПТЗ на место, где завтра будет дрифт. Трасса в этом году больше. Тем временем наконец-то приехали наши лайбы. Обновленный сарайчик. Выглядит очень жирно. Моя тут лайбочка. Сверху котопес.
марки Motors, две машины. Sierra Boy, грядочка сверху Т-800. Жирная 36-я. А вот и BV Customs, Black and White. Ugly man, a perverted pussy magician. Observing their curves in all the perfect positions. I'm twerking these bitches. Swerving, burning, urban, swishing. She texting me pictures. Player ain't responding, cause I already dicked her. Plus my Spotify, playing the whispers. I'm in my comfy slippers. Drinking a mixture of Minute Maid and liquor. And I'll be damned if a bitch. Шатун оторвал, иди посмотри. Давай, садись. Все, Марчка сегодня не будет? Я думаю, вообще это... Всем пока! Стасон дал огня! Тем временем Полищук только починился. Никогда не возите на подкате машины с заваркой. У него вырвало переднюю шаровую. И он, походу, будет отдуваться с Сахалином сегодня. Вообще не покупайте 90-ки, морчки, это все машины очень большие и не очень красивые. Неуклюжие. Неуклюжие, это да. Ну просто обычно маленькие мальчики любят большие машины. Знаешь, я сколько Стас на 90-ки поярил, я думаю, когда он вяжет этот мотор. Сколько он, 3 года у него? Да, или 4, блядь. Бля, ну, оказался не бессмертный. Смотри, шатун! Шатун, все, мотор кончился. Блядь, идиоты, блядь, она же горячая, только из-под двигателя сейчас не разъезд. Не разъезд. Не разъезд, все, идеально, давай заново спинать. Да блин, это вы охренеть. Давай, собирай это все. А ну сделай бёрнаут. А ты как делаешь бёрнаут? Одной ногой, как Стилов? Попросил тут Лёню переодеть мне заднюю пару. Что-то Сайлу мне не зашел, он хоть и ни черта не стирается. Что-то я не понял его прикола. Сейчас попробую одеть Тоя. Посмотрим, как получится. Сейчас будем пользоваться гейковертом, который нам предоставил Will Doctors. Knocking motherfuckers out quickly, swiftly. Don't even try to get with me.
Cause I'm a terminator when it comes to getting up on this microphone. Leave it alone, I'm in my own zone. Don't mean to threaten you, but warn you about the type of shit that I be throwing. Brothers is thinking, but not even knowing that I can compete. Have a seat for yourself, B, and listen to the words I manifest dopely. All in your ear, making motherfuckers disappear. I'm making it clear, disappear them fucking, yeah. Smooth, don't plan to lose a groove for the microphone. Leave it alone before you get your fucking head blown off your shoulders for trying to compete with the DMD. You hold that. Очень красивая, мне очень нравится. Фашисты героев России бьют. Здесь можно смело ехать на газу. Здесь очень много места. Ребятки, что случилось? Здесь можно смело ехать на газу. Здесь очень много места. Ой! Это же войска! Здесь можно смело ехать. Тем временем тут Валя грустит. Ну норм, чё? Ой-ой, тюнингу. Тюнингу. Баш-бар будет? Да. Да-да-да, наконец-то. Валя будет полноценным дрифтером. Он выкинет салон, блядь, подушка. Ой, блядь, подушка стрельнула. С подушкой, блядь. Подушка — это самый ржак вообще. А что, кондей-то до сих пор работает? Да-да-да, наверное. Да, и от крыши от вас, к сожалению. Но не будем о грустном. Скинь маску, блядь!
Лид, давай, изолента есть? Изолента, на. Изолента, давай. Вот, изолента, на, на, на. Сейчас, подожди, остынет чуть-чуть. Ёбаный, там коса же, как здесь, нахуй. Она, блядь, нахуй. Ребята, подвиньте тачку немножко подальше. Все, давай, выкатываем. Сейчас поеду, изолента, дай обсуждали парные заезды, рассказывали людям, решили тебя назвать Максим Борщевский. Теперь так заполняй заявочку. Максим Борщевский, первое место. И Legal Street Drift. Громче, 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 громче. Legal Drifter. Братан. Кто не знает, Максим на самом деле очень вредно. Он любит так бегать, выносить мозг весь день. Выносит, 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 выносит. Правила нарушает. Как доходит до заезда, палец бахает. Погрузили ласточку. Как обычно, спасибо всем спонсорам за то, что я здесь был. Аволь, Вилл Докторс, Эр Гараж. Спасибо всем. Особенно БР Фуэл. Опять на топливе вывез.